Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И ребята, давайте-ка мы сейчас проверим те координаты, которые нам написали пару человек в предыдущем видео. Координаты к зимнему биому с ледяными пиками, да? Сейчас давайте проверим, только сначала покушать что-то возьмем. И пойдем, ребята, проверим. Я думаю, что все-таки лучше включить гейм-мод на всякий случай, чтобы там не задубаситься где-то в стене, или в лаву не упасть, или еще что-то. И давайте, ребята, будем проверять. Сейчас. Проверим. Минус 72 500, 63 тысячи. Ух, нифига себе. Минус 72 500. Сколько там? 62 тысячи? 62? Да, 62. 63. Хотя мне кажется, что тут нифига нету. Нет. Тут, ребята, ничего нету. Может, что-то неправильно написали, а может еще что-то, фиг его знает. Ну, нету так нету, ладно, давайте другие проверим. Там еще вроде парочку координатов есть. А сейчас, ребята, посмотрю. А, минус 9100, тысяча, вроде. Минус 9100, тысяча, минус 9100, 85, тысяча. Ну? Ух, это вроде то, что нам нужно. Ох, отлично, ребята. Действительно, благодарю вас, кто поискал или как его нашел этот биом, потому что где он вообще был? Ну, не прям так рядом, где я летал, но все же, можно сказать, рядом. Почти. Да. Ну, зато, ребята, действительно, благодарю вас, тех, кто поискал, тех, кто нашел, тех, кто не поленился полетать. И, в принципе, как это можно сказать, дать свою помощь, да, помочь найти этот биом. Отлично, ребята, действительно, благодарность, потому что я его никак не мог найти, а вы его нашли. И сейчас мы уже можем наконец-то словить крагунала. В принципе, этот биом действительно очень красивый. Вот он тут спавнится, только я не знаю, ночью или днем, я, если честно, просто не помню. Я смотрел вроде давно, но я не помню, когда он спавнится. Честно. Поэтому Ice Plains Spikes. Во, как раз вот тут, где нам нужно. Так, может днем, может ночью он спавнится, фиг его знает. Нужно будет поискать тут. Не, ну 10 биом такой красивый, если честно. Фиг его знает. Ребята, что я еще смотрел, мне вроде кто-то написал. Не знаю, правда ли это или нет. Magikarp. То, что Иви спавнится в тайге. То есть, я помню, я искал Иви в лесу, я ее никак не мог найти. И поэтому мне написали, что Иви спавнится в тайге. Ребята, я не знаю, честно. Как я смотрел, то написано, что она спавнится в лесу. Но может, с этими новыми версиями и поменяли. И сейчас она действительно может спавниться где-то в другом месте. Поэтому я, если честно, ребят, не знаю, не буду спорить. Может, она действительно уже в тайге спавнится, а не в обычном лесу. Потому что могли, в принципе, поменять все. Так, ну что, ребят, смотрите. Крагунал, 5 Иви и Райкваза. И все, ребята, и мы переходим на новую версию. Не на ту новую версию, которую говорили люди, что перейдит и уже там новая версия. А до тех пор, пока мы на нее еще не перешли, да? Что-то я вообще запутываюсь. Вышла еще одна новая версия. Действительно, как я уже говорил, и там уже и слуги, и другие новые покемоны. Поэтому, ребята, это, в принципе, даже и лучше, что мы тогда не перешли... Извиняюсь, на новую версию, потому что сейчас вышла еще одна новая версия. Нам сейчас опять нужно было бы переходить опять на новую версию. Но сейчас, ребята, нормально. То есть, если мы перейдем на две версии вперед, да, потому что уже две версии вышли, то там сколько? Приблизительно будет где-то покемонов так 20-30, чтобы их словить. И вот, ребята, Крагунал, как раз он заспавнился. Я не знаю, ну, получается, что он днем спавнится, да? Просто у него шанс не очень такой большой заспавниться. Так, сам напал, замечательно. Уф, у нас нету левелбола, так бы мы его словили. У нас даже даскболом нету. Поэтому остается его ловить ультраболом.
Если он ультраболом не слоится, то тогда, ладно, кидаем на него мастербол, так уж и быть. Так, файт, что тут есть? Не подействовало? Я что-то не заметил как-то. Нет, не подействовало. А сейчас? Вроде, да, вот сейчас давайте проверим. Может словится, может нет. Если словится, то вообще замечательно. И мы, ребята, сразу валим отсюда. Валим дальше прокачивать нашего багона. Мы его прокачаем. После этого, ребята, мы идем ловить Иви. Как только мы словим Иви, 5 штук, все. Мы идем дальше прокачивать нашу команду или в поисках Рейквазы, например. Чё-то мне кажется, что мы его не словим вот этим ультраболом, потому что вот такие заразы 15 уровни, они вообще никак ловиться не хотят вот этим ультраболом, они или обычно как другие покемоны ночью ловятся даскболом или левелболом, если у нас большой уровень покемон, но в ультраболы что-то они вообще никак не хотят. Или может у них просто шанс маленький словиться. Ну в принципе ладно, давай залазь-ка ты в мастербол, так уж и быть, словим мы тебя, да и все. Сейчас, в принципе, пойдем и больше себе мастерболов купим, потому что там еще Иви будут, а Иви еще те маленькие заразеныши, да? Тоже их фиг словишь. Поэтому нам как минимум нужно еще 6 ультраболов, 6 мастерболов, или просто один мастербол и прикупить себе еще левелболов или тех же... Или тех же вот этих, как его, даскболов, чтобы ночью ловить. Ух. Да чё, ладно, я понял. В землю нужно кидать. Шелгуна, я не знаю. Не. Ну, Ларвеста не совсем. Ну, ща посмотрим. Вдруг по Чирису. А да, убьет. Убьет, конечно, не очень, но... Отлично. Так, что там выпало? Что там выпало? Что там выпало? Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. Это можно выкинуть. И вроде все. Да. Ну что, ребята, плюс один покемон. Отлично. Сейчас давайте-ка быстренько домой выложим вот это все в сундуки, что мы наловили. И когда будет ночь, ребята, мы нет, сейчас. Одиш, так, еще Одиша забьем сейчас. И, наверное, ребята, мы потопаем в горы дальше прокачивать Вайлорда, Ларвесту, Шелгона, Баттерфри, да, в принципе, всех. По Чирису и Виппенбелл уже практически прокачались, поэтому... Поэтому им даже осталось там пару уровней, если мы их будем прокачивать с помощью вот этих, как его. Если мы их будем прокачивать с помощью Rare Candy, то там и так пару уровней осталось. Так, Одиш, иди-ка ты сюда. Ты как раз отличная. Ух, если... Я не знаю, убьет ли он нас? Не, не убьет. Отлично. Так, что там выпало? И где... Вот, чтобы выкинуть, я не... Так, вот, тогда сейчас мы это сюда... да, хотел бэкпак в бэкпак поставить, да? Это сюда, больше еще вот это сюда. И больше ничего, да? Или еще что-то можем. Давайте тогда вот это выкинем. Домой, быстренько домой. Ставим мы вот это все обратно. Точнее, не обратно, а раскладываем вот это все по сундукам. Так, это... Опа! Нужно уже один сундук делать. Тогда, может, что-то возьмем, продадим. И вот это уже даже не остается. И вот это не остается. Офигеть. Вот это остается. Сюда. Это. Так. Что еще? Так, отлично. Сюда вот это. А вот тут действительно, ребята, это уже не остается.
То есть уже 2-3 вещи есть, которые мы уже вообще никуда не можем поставить. Ладно, потом может сделаем магазин, где мы их будем продавать, потому что в магазине их у нас тоже нету. Нужно будет потом сделать. Вот так, отлично. Сюда давайте. Покушаем. И пойдем, ребята, на нашу точку, где мы прокачивались, я не помню. Вот она вот тут. Минус 2500. 300. Минус 2000. Так, или как... Так. Минус 2575. 300. Я опять что-то неправильно. Минус 2500. Ну. Понятно. Да ты прикалываешься! Твою! Вот такая хрень всегда! Ну это меня уже бесит! Твою мать! Из этих застреваний в стенах это с ума сойти можно просто. Я говорю, нужно сделать вот эти ботинки, чтобы тпхаться на 150-ю высоту или какую там сотую, просто падать и не бояться. То, что мы умрем. Или в стене там, да, застрянем, что потом фиг рису, фиг вещи свои достанем. Застрянем, да, достанем. Так. Я представления не имею, 95. Ты чё, с ума сошел, что ли? Офигеть, прям так в гору нам, да, нужно было тпхнуться. Бишарпы. О, погнали. Погнали, бишарпы. Вас тут вообще путь. Вот вы чудаки. Ну почему вы всегда между собой сражаетесь? Фиг его знает, Шелгун. Да, Шелгун не очень. Баттерфри. Баттерфри, мне кажется, тоже не очень. Нам бы лучше было всех вылечить, потому что сейчас еще... А, нет, не убьет. Но зато лучше вылечить все-таки. Так, ребята, мы тут будем ночью качаться, как и говорил. Ночью тут офигенный кач. Так, там Снорлакс. И кач офигенный, и ресурсы выпадают, и вообще. Где мы еще водных покемонов прокачаем? Тут, в принципе, да, тут офигенно. В шахте мы можем прокачать. Ну, зачем в шахту лезть, если мы тут можем? Или, например, где еще можно? В глиняном биоме тоже можно. Уже потихоньку наш, точнее, наша Ларвеста уже что-то, ну, уже более-менее, точнее, уже тащит. Вот ты. Так. Так, иди-ка ты сюда, Бишар. Конечно, не совсем. Отлично. Ну, с 3-4 ударов потопали. Так, ну сначала, мне кажется, Вайлорду лучше прокачать. Потому что он как раз офигенно тут прокачивается, и он уже 46. Как я говорил, ребята, мы его прокачаем где-то к 40. К 40, к 40, ну приблизительно... К какому 40? 2, к 50 вот этому. 52-му, 53-му уровня мы его где-то прокачаем. Так. Отлично. Отлично. Не убей, пожалуйста. Отлично. Где еще? Что-то я не вижу. А, во. Ну тут они, смотрите, ребята, они тут просто большими кучами спавятся. И тут вообще офигенно действительно прокачиваться. Мы Вайлордом убиваем с 3 ударов. Так, вот еще там. Потом еще сзади, спереди. И Вайлорд уже у нас... Какой? Да, Вайлорд. 47-й. Нифига себе, ребята. По пол уровня нам дает с одного Бишарпа. Это просто реально очень много. Попадем, не попадем. Почти, почти долетело. Ты твою, ладно. И еще раз. Отлично. И сейчас тебя, 52 уровень. И еще раз. И там сзади еще двое. Какой у нас? Вайлорд уже 48-й. Он только что какой, каким там был? 45-м?
И Патчерис уже 58-й. Еще два Раркенди осталось, если мы его будем с Раркенди прокачивать. И Випенбелл, в принципе, 6, что можно сказать, тоже немного. Отлично. Дальше. Ночью у нас точка вот тут. Мы прокачиваем водных покемонов. А днем у нас точка на острове, ребята. Мы там прокачиваем... Не, мы тут не только водных, мы и огненных тут прокачиваем. А днем мы электрических и травяных на острове, ребята, прокачиваем. Так, я не знаю... А, ну ты, в принципе, небольшой уровень, тебя нет смысла даже трогать. Во, я тебя вижу, и я тебя засек. Потопали. Смотрите, ребята, мы Вайлорду еще уровня так 4 прокачаем, и хватит, мне так кажется. Ну, эти... Чурки... Пускай еще побьются. Может, мы как раз убьем вот этого, пока они там друг друга. Твою, ладно. Отлично. Так. Ну что вы там, побились? Нет? Во, замечательно. И еще раз. Отлично. Дальше. Давайте, давайте. Сейчас уже утро будет. Нам еще нужно как минимум 3 уровня прокачать. Я уже что-то бишарпов вообще не вижу. Вы что, уже все, уже не спавнитесь или что? Один алмаз только с двух саблеев выпал. Что-то как-то, во, заспавнился. Сразу двое спавнится и сразу двое вступают в бой. Вот вы прям какие-то. О, отлично. Давайте, давайте, сейчас уже утро, нам еще 3 уровня. Давайте. Быстренько заспавнились. Хотя бы еще так штук 5. Даже больше нам нужно. Ладно, подожди. О, отлично. Потопали. И тут, в принципе, я не скажу, что очень большой у них спам, но они более-менее так нормально спавнятся. Что, в принципе, замечательно. Так, ты где? Я что-то тебя не вижу. Ух, ну туда лезть сейчас. Ух, вот ты прям заспавнился, а. О, это мой умирает. Я думаю, это Бишарп там что-то застрял где-то. Мы идем спасать его. Во. И вот Вайлорд, ребята, уже 50 уровень. Замечательно. Так, быстренько потопали туда. Быстро, быстро, быстро. Я так думаю, что мы и так не успеем его еще прокачать. Но хотя бы, может, если успеем еще убить 2-3 бишарпов, то тогда еще прокачаем ему уровни и так. Еще уровень, в принципе, ему прокачаем. Как раз 2 бишарпа, ребята, осталось. Я не знаю, куда ближе. Давайте сюда. Уже утро. Нет, не нужно, пожалуйста. Дайте нам еще хотя бы немного времени ночью. Так, 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 так. Прокачаем Вайлорда и начинаем, ребята, прокачивать Ларвесту. Ну, в принципе, и Баттерфри, и Шелгона мы пока что прокачиваем с помощью Экспешера. Пока что. О, попали, отлично. И еще раз. И он уже 51-й. Отлично. И что-то мне кажется, что все больше они спавнятся. Хотя нет, вот еще двое. Так. О, 2 алмазика, 3 алмазика, точнее, у нас уже в общем есть. Давайте сюда. Опа! Нет, не докинули. А вот сейчас. Сейчас тоже не докинули. А вот сейчас. Отлично. 51-й. Ну, практически с половиной. Еще нет, но почти, почти, почти. Так, ну что, давайте-ка мы вот сюда. Так, где ты? Где ты, Бишар? Ты нам очень нужен. Есть. Ух ты, нифига себе, сколько их там позаспавнивалось. Давай, 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 давай. Дайте нам еще парочку уровней на нашего Вайлорда. Было бы вообще офигенно, если бы мы его сейчас в 53-му прокачали. Отлично.
Быстренько. Тут, вот сейчас смотрите, сколько утром заспавнилось. Прям с ума сойти. Так. Отлично. 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 52-й. Уже. Уже, ребята, 52-й уровень. А тут вообще их 3 штуки. Нифига себе. Иди сюда. Иди сюда, Бишар. Ну иди сюда, ну не будь. О, давай, попади, отлично. Только не умри, Ларвеста, пожалуйста. И еще раз. Замечательно, ты уже тоже с 3 ударов. Нам бы покушать, чтобы самому сейчас не умереть. Не докинули, точнее не долетело. А, не долетел. О, ну нифига себе долетело. Так, ладно, новый лорда. Что-то я не... А, мы его убили? Да. Так, 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 там еще и босс, я вижу. Да, только сказал. Только сказал, уже пропал. Так, лучше так не прыгать. Давай, лорд. Замечательно. Вайлорд 52-й, Ларвесты 45-й. Ну, более-менее, нормально, да. Шелгон какой там, я пока что еще не вижу. 42-й и Баттерфри 43-й. Ну, пока что нормально, ребята. Так, я так думаю, сейчас они уже больше спавниться не будут. То есть уже день, они спавнятся ночью, утром более-менее. Да, утром они тоже нормально спавнятся. Но днем, как я вижу, вообще уже не спавнится вообще никак. Поэтому, ребята, поэтому давайте домой. Отлично. Выкинем сейчас вот это все, что у нас тут есть лишнее. Это. Отлично. 3 алмазика. Нам бы действительно что-то... Точно, я же хотел продать что-то. Сейчас мы продадим... Ну, допустим. Вот возьмем. И допустим. Вот возьмем, и еще раз мы допустим, и возьмем мы вот это, и еще раз мы припустим, и возьмем вот это, и вот это. Отлично. Дальше. Сейчас мы это все продадим. Возьмем хотя бы 2-3 мастербола на всякие пожарные. Вдруг Иви какими-то паскудами маленькими окажутся, что нам нужно будет мастерболы на них использовать. Что я хотел? Так, шапки. Это яблочки, вот это. Вот это у нас вроде вот тут, отлично. И еще 4 лечилочки, вот это. Так, отлично. У нас там, вот, 35 алмазиков. Возьмем, что мы возьмем? Возьмем 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Замечательно, ребята. Потопали мы дальше. Хотя нет, на поисках Иви мы пока что еще не пойдем, потому что нам нужно еще Шелгона прокачать в Соломенца. А пока что давайте-ка мы поставим вот это. Отлично. Вроде вот все. Яблочко. Да, в принципе, яблочко нам... Сейчас, секундочку. Да, в принципе, да. У нас там есть 20 яблочек еще, как раз, чтобы потом сделать себе Амрар Кенди. И вот тут у нас. Не, ну, в принципе, я действительно, ребята, думаю, что сложностью намного интереснее играть. То есть, там нужно кушать, нам нужно еду собирать, нам нужно выращивать что-то, чтобы у нас была еда. Например, если мы упали, голод, нам нужно покушать, чтобы потом, если бы мы опять упали, то у нас была бы полная жизнь. А если мы бы без еды играли, то, мне кажется, скучнее бы было, потому что мы бы и не кушали, и вообще нифига не делали, мне так кажется. Так, у нас нифига себе стак Раркенди. Я не знаю, ребята, на остров идти, ну, в принципе, я не вижу смысла, потому что нам сейчас Ларвесту нужно качать, а Ларвесту на острове как-то не очень качать. Так, давайте, в общем, посчитаем, сколько нам нужно, если я правильно сейчас посчитаю. 15-17. Вот ты вовремя. 15 уровней для Ларвесты, 2 уровня для Почерису, то есть 17. Потом 5 уровней для вот этого Випинбелла, то есть 22. Потом 8 уровней для Вайлорда, то есть 30.
Потом 48. Нифига себе. Нам еще кучу нужно. Нам даже, ребята, не хватит вот этих. Практически хватит, там еще пару уровней останется Баттерфлей. Но нам нужно поменять. Точнее, нам нужно прокачать хотя бы еще Ларвесту к 50-му, Шелгуна к 47-му где-то, и Баттерфлей тоже где-то к такому, да, чтобы мы хотя бы прокачали их и нам хватило. О, это что такое было? О, так. А так нет. Так нет. Ладно. Я не... Что сейчас, ночь, не ночь? Нужно сейчас проверить. Ну, в принципе, только что было не ночь, поэтому мне кажется, что... О! Ну, кто же еще, да? Так, ща, ребята. Я только посмотрю, кого... Кто у нас есть. Ну, 5 вот этих уже. 5 ящиков, ребята, заполненных. Отлично. Еще, в принципе, осталось здесь на парочку покемонов. И у нас будет 6 там. 6 на начале. Вот так, 6, и тут парочку где-то будет еще. Так. Ребят, как раз сейчас дождь начался. Давайте, наверное, на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Еще раз благодарю тех, кто поискал вот этот зимний биом и написал его координаты, потому что я действительно искал его долго и не мог найти. А вы нашли и написали координаты. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.